Знаете, супергерои стоят на страже, и когда надвигается опасность, они спасают всех нас. Но у них есть одна проблема. Они никогда не появлялись в реальном мире, пока не явился Улисс. Каждый супергерой приходит к нам с определенной целью. Мы не всегда видим это с самого начала, потому что мы не всегда знаем, где искать. Флора! Что это? Я Улисс. Я переродился. О, Господи, это просто нечто! Основано на бестселлере. Это ты сделал? Он супергерой. Чего? У тебя есть враги? Я по поводу белки. Опасность повсюду. Это он? Он летает. Дисней представляет. В мире что-то изменилось. И он наполнился волнением. Давай, бежим, бежим! 19 февраля. Кто голоден? Стань свидетелем неожиданного героя. А теперь дерни. Давай. Ну давай же, Улисс. Люди смотрят в небо, чтобы кто-то мог их спасти. Поэтому Вселенная послала нам Улисса. Флора и Улисс. Ты можешь говорить? Ладно, это не совсем разговор, но все же.